И мы там на автобусе места были. А, я еще с дачи приехал тогда. Я понял, то есть у тебя самое крутое приключение было. Да, на даче там отдыхает просто. Че ты на даче делал? Ты передний виз держал на даче? На трубе прямо на даче или где, на козырьке? Передний виз держал? А, Димарь? Ну ладно, ладно, это... А, есть в армии, кстати, называется такой прикол. Вот, есть в армейке такой прикол. Называется сушить крокодила, либо сушить там летучую мышь из такого упражнения. Да, ставятся стойки, ну, грубо скажем. Сейчас Иван поможет мне. Никита, помоги. Вот смотрите, грубо скажем, две душки кровати. Они кровати там двухэтажные, еще вот так стоят. Держи крепко вот здесь. Прям присаживайся, вот так сбоку. А ты также присаживайся, вот с этой стороны. Вот так прям крепко держи. В общем, пока сейчас я размер вспомню кровать. А вот если будете ногами и руками. Да. Чуть назад отодвинь. Серега вообще Максименко, ну барабанщик. Он вытягивал с маленьким ростом, ему вообще на вытянку только приходилось. Не, ну я его лично не видел по службе, а просто он рассказывает. А это нормальное упражнение такое для успокоения мыслей. Что берется? Да, например, я спал на первом этаже, там на втором. Что берется? Душка, а там же такая душка вот так есть. Идет. Ну видите, да, кровать? Да. Вот такая вот штука. В сторону подбить. Берется, ставится. Только там упирается ногами. Смотри, Ваня, я сейчас упрусь тоже держи. И вот так сушится крокодил. Ночью можно прям, ночью можно стоять, ночью прям все. Еще можно отжиматься, если получается. Так, парни, разминаемся. Это пока в сторону. Мне сегодня надо также бодрая разминка. Ну, блин, вы этот сейчас 4 молодца, удальца. 100 из 100, то есть 100% из вас должны сделать выпрыг с полу. Надо учить такие финты, но надо учить силовые акробатические действия, потому что я тоже был на фестивале. И тоже там и День Победы попраздновали, и всякое происходило. В общем, людям нравится, ну, допустим, кто не умеет... делать кульбиты, да, ну, всякие вот штуки, или у кого страх там есть, они смотрят равнодушно, удивленно, но равнодушно. Но если делать силовые трюки, какие-нибудь интересные выходы, удержания там, это у людей есть надежда, когда это делается с легкостью, у людей есть надежда, думаю, блин, а я тоже хочу так попробовать, или там это получается как бы одобрение больше, нежели чем когда сумасшедшие сальтухи, вертухи, потому что простой человек, неважно, в цирке, в кино, где он смотрит, он просто смотрит, думает, блин, ну это очень круто, я как бы пока не готов. А когда видит какой-нибудь, да, как Димарик, например, бах, удержание корпуса, какой-нибудь там, даже бабушка идею скажет, нифига себе, вот это да. Поэтому, парни, один из простейших силовых трюков, это надо научиться нам сделать, это выпрыг из положения лежа на ноги. Поэтому поэтапно, пожалуй, сейчас, мне очень важно, чтобы вы смогли еще других научить, объяснить. То есть этапы, как мы делаем, какие замахи, какой тяж, где что происходит и все. Тихо-тихо, Никитос, поэтапно, пожалуйста, раскладочку сделай. Как-то, ну вспомни, как я объяснял. Ты даже ноги не занес. Если эти стойки мешают, отодвинься. Я руками. Ну, в принципе, ладно, давайте мы сейчас приколимся. Кто вот мы пришли без разогрева, кто сможет этот выпрыг сделать? Прям четкий. На 4-5 оценки. 4-5, давайте. Вдвоем, все вместе сначала попробуем. Дима, ты тоже пробуй. Сейчас сначала все вместе попробуем. Давай, Никитос. Погоди. Оп, Санти. Сейчас Санти тоже быстрее перенесем. Без разогрева сейчас мы как бы это. Кто из нас может сделать? Давайте распределимся. Один здесь, другой ногами к нему здесь. Один здесь, другой ногами здесь. Один здесь. Давай, Иван, ты напротив Артема. Вы как одноклассники вообще должны мастерами это быть. Сейчас, быстрее, Санти. Ну даже ты нет, все вот так. То есть нам надо четко сделать выпрыг и встать одновременно. Вот мы попробуем как-нибудь. Если сейчас, даже если у кого получится, все равно надо, Саша, вот туда между парней смоем. Готовы? По команде раз, два, три зарядились и на три выпрыгиваем. Поехали. Раз, два, три. Ай-пак-пак! Ну ладно, Артем молодец, единственный из нас сделал. Давай еще раз. Никита тоже. А Никита сделал? Все, погоди, не заметил я. Погоди. Вот так вот, раз, два, три. Это... Ну три, делай взрыв. Нет, ты раз, два, три, это команда. Раз, два, три. Хорошо. Ты можешь так сделать. Ты можешь налечь. Раз, два, три, зарядился и прыгнул. Три это просто условие одновременно. Давай еще раз. Так, хорошо, сидим. Команда. Раз, два, три. Ай, Саша,
ты его боишься, он сделай, сделай. Хорошо. Все равно поехали. При всем при этом, что у нас двое из пятерых сделали. Я сделал, трое из пятерых сделали. Все равно качаем. Все, Никитос, Димарик. Что случилось, Дим? Нет. Дим, что случилось такое? Я даже. Да, ну, а поэтапно. Первое. Подъем ног к себе. Второй момент. Мостик, прогиб сильный. Третий момент. Третий момент. Подъем ног вверх, подъем на руках. Четвертый момент. Переход из этого положения в мостик. И пятый момент. Все это включаем вместе. Все, делаем, парни, прям качаемся. Реально, вот это действие надо сделать. Ну, народу побольше пришло. 100 из 100%, чтобы сделали. Поехали. Никит, ты что там? А, я здесь все. Все, понеслась. Мишаня. Конечно. Ну что, как ты доехал? Нормально? Нормалек? Прогибы все, что можно, да, сегодня. Дело ума, надо прогиб сделать, смотри, анализируй. Так ты руками вообще не разгибаешь. Ты руками вообще разгибы не делаешь. Нет, хорошо, можно сделать, допустим, можно сделать без рук. Но опять, ты ни руками не разгибаешь, смотри, вот элементы. Ты когда ноги поднимаешь, мы для чего это действие учим? Сделай, пожалуйста, погоди. Да, сделай, пожалуйста, сейчас, погоди. Вот смотри, какой прикол. Ты машешь ногами, а надо еще корпус поднимать. Надо прям корпус поднимать. То есть я тяну за собой, помнишь, это условие? Тяну за собой в плечи и голову. Второй момент. Мы поднимаемся на руках. Можно и без рук выпрыгивать, если у тебя хватает импульса. Но даже здесь ты высоко подпрыгнуть не можешь. А если с руками ты сделаешь, у тебя получится. Смотри, какой высокий прыжок получается сделать. Довольно, базаров нет. Это всем такое условие, да? И третий момент, как бы еще другие варианты. И третий, если мы включаем, еще важный. Вот это состояние. Мы делаем. И потом все, ты туда выстреливаешь ногами. Без рук сделал. Опа. Что, папа мое? Да, конечно. Накидали. Оп. Молодцы, парни, молодцы, красавцы. А также можно и без рук. Да это выскочило из кармана. Диман, прогиб надо делать. Артем, покажи мастер-класс без рук. Опа! Смотрите, Артем. Молодец, да. Он, видишь, он включает шею, упор этот, шею. То есть обязательно головой надо. Правильно, парни, пробуем. Пожалуйста, сделайте все, ребят. Это классный трюк. Мы можем даже какое-нибудь выступление подготовить. Представьте, да, разыгрываем. Ну, грубо скажем, там приглашают нас как команду. Тихо. Приглашают как команду. Сели мы, грубо скажем, как путешественники от игры. Возле костерка, условно. И разговор. Кто там чем похвалиться может какими-то этими трюками. Один так лежит, разговариваем, там какой-нибудь, кто говорит: Димка, ну-ка давай покажи, Димарик. Воп-воп-воп-воп-воп! Фырк-пырк! На турник пошел. Мы смотрим, там раз, не дергайся, не давай кулачки, там поаплодируем. Димарик красиво сделал, там 10-15 секунд с чик-чик улетел. Следующий, Сантей, лежит вот так. Воп-воп-воп, подскочил, раз, перекатился. Артемий вообще лежит, голову закинул, бах, выпрыгнул вот прям вот из такого положения. Иван как-нибудь там в этот лежит так. Отсюда можно вообще. Никит, как он тык уголок, из него подскочить. Никитос. И что там? Никитос, пока крокодильчик я увидел. Стоишь вот так, например, как-нибудь тык на руки, скочил, сделал. Поняли, да? Надо. Все. Да, с упором на голову и фляг через... Не-не-не, может, зачем? Так тоже интересно. Ну, можно вот такую штуку сделать. Вышел крокодильчик, вышел в этот... Опа, перепрыгнул, там тык укатился. То есть поняли, да, что можно такие всякие штуки придумать? Вот так. Дима, братан, прогиб. Ну-ка, Никит, давай. Возле костра посидел. Знаешь как, смотри. Сидишь такой, смотришь на брата, что он там делает.
Ага, нормалек. Ты подполз, хоп, крокодильчик и дальше прыганул. У него коленка больная, вчера на улице упал. Тихо. Коленка, что там? Давай, с крокодильчика упор в голову. У него не хватило это, силы хвата, он за турник схватился и улетел. Пальцы у него там. Прям коленом вот так опол. Не зря, я думал, устроить тренировку на вис. Кто из нас может подвисеть. Ну-ка, смотрим. Да, надо Никиту тренировать, а то у него силы хвата не хватает. И прям оп, разгибом. Опа, да. Парни, вот видите, как легко закостенеть. Поэтому я говорю, ловкость, она самая первая теряется. Качаем. Я пойду за кофом. Пожалуйста, ребята. Вот это, значит, важен момент. Сейчас, пожалуйста, выпрыги сделай. Да, Сантей, не сиди, пальцы не грызи, выпрыги. Как это сделать? Крокодильчик. Ну давай, подумай. А что ты держишь крокодильчик, упор в голову, перескок. Артем, только не сбей. Артема не сбей. Да. Ну это что говорит? Это говорит то, что с дуру можно и веки оторвать, там и уши поломать. Там руки спотели у меня пальцы. Я вот так вот раскрыл. Не, он зацепился. Я верю, думаешь, я не верю. Вот я про это и говорю. Центробежная сила, любое качание, любые воздействия, непривычные, например, нашему весу, да, чуть увеличение. Все, там пальчики рожались, ладошки вспотели, там соскочило, здесь получилось. Сантей, сзади тебя стена аккуратнее. Дима, парень, значит, надо сейчас сделать так, чтобы Миша и Дима и Иван 100% смогли сейчас сделать. Миша, я тебе Саша, дать. Это нет, не просто, а ты показывай свои виды. Показывай. Дима, прогиб не делаешь. Прогиб не делаешь. Ты прогиб не делаешь. И мах не делаешь. Вот прогни сейчас спину. Прогиб делай. Есть, стой. А вот сейчас силой. Плечи, живота, встань, ноги подойди, пятки себе больше подтяни, пятки больше к себе, да. Теперь прогиб больше сделай, и теперь тяни себя туда вперед. Вот так надо, да, брат, да, вот так это происходит. Если посмотришь, Артем, сделай пару еще раз. Я почему прошу, парни, смотрите. Вот смотри, внимание, еще раз. Сейчас я сюда перейду. Хоп, вот и все. Он чуть-чуть дает возможность взрыва, чтобы перенести вес тела над землей. Не прямо расстилаться, а без... Конечно, ты вот смотри, как ты делаешь ногами. Ты вот накатываешь, нормально накатываешь, а потом вот так берешь, вот так делаешь. Ноги прям к телу вот так вот, потом. А тебе наоборот. Мишань, опять заводишь. Это моя. А, Саша, не ложите нигде в мышки, не вкатите, не надо, вот там. Вот и закрывай. А потом, когда ты ходишь ногами, ты видос, как смотришь? Как смотреть? Если можешь сделать, давай смотри, тогда просто пойдет. Тогда, если ты помогай Диману, Артем помогает вот Диману, Саша помогает Мише. Нет, Дима, опять. Подходи вот Диману, под спину его поддерживай, надо, чтобы и Дима вот мог. Может быть, я верну себе мужу. Да нет, Дима, так еще хуже, когда не я делаю. Нет, а? Ты можешь не делать. Давай сейчас Артем порепетируем. Я сделал, но упал. Но упал? Да, вот так. Еще раз попробуй, чтобы четко прям выпрыгнуть. Мостик, все правильно, мостик надо делать, все правильно. Во! Только руками, Миш, надо раньше разгибаться. Парни, силы живота, силы спины. Мы подтягиваем голову и плечи, Димарик. Мы подтягиваем голову и плечи. Вытянем ее резко, поехали. А что, опусти мостик. Теперь попробуй. Попробуй ноги не сгинать, просто прям прямо вот так вот махать. У тебя маха, так больше ты сам улетаешь вперед. И, ну, только порезь. Угол, и надо вот прям. О, Миша почти научился. Сегодня час был. Нет, чего не хватает? Ничего. Я так знаю. У него не хватает, ну, вылет руками вот это вот, ну, я что сидел, отталкивание. Почему нормально? Он летит просто, смотри. Он спиной попадает, ему так толкается и вперед улетает, а ему нужно руками сидеть и вот так вот корпус. И что ты не делаешь? Да, вот. А этим дальше мать. Я вообще по-другому делаю. А у меня получается. Артём. Не хватает маха ногами, он должен быть резче намного, ну, голову дичить. Как я сегодня на экскурсии вот так вот? Вот сюда?
Можешь читать даже. А, читать? А у меня получается. Резкости не хватает, надо речь делать. Ты вообще медленный, Ваня. Не, руки нормально, ноги медленные. Как обычно. Что же давай? Как обычно. Я не знаю, вот мне как-то через жопу. Как обычно. Нормально. Че, сальтух? Какую сальтуху? Сальтух. Ну да, но только ты. Я, по-моему, раздимся. Димон. Я тебе сказал, что не хватает, сам делай давай. Какой тупой турник, боже. Чё ты сам сидишь? Давай, Алексей. Да вот, смотри, что ты делаешь. Вот давай. У тебя ноги прямые идут, а ты берешь их вот так и стреливаешь. Из-за этого ты под этот... Тебе нужно вот, просто взял и вот так вот сделал. Тебе так легче, скажи, ты руками сильно толкнешь, и всё. Ты не понимаешь. Я говорю, ты вот берёшь... Вот. Смерти. И под себя, тебе так не ты не можешь даже вытянуть этот корпус, потому что ты слишком под себя ставишь. Слезь. Потому что тебе не хватает силы жопы. Не хватало силы жопы? Слезь, Саша. Саша, ты дурак. Я хотел слышать. Он мне делает. Это он сказал. Кого? Ты сам только сказал. Только попробуй залезть еще раз. Ты сам сказал, смотри. Сжиматься будет. Это он сказал. Что делай, я сказал? Делай X вылет. Я сказал, я тебе покажу, как сделать его. Ты сказал, я сделай. Я не говорил сделать. Я сказал, покажу свою. Он сказал, ты сказал, потом покажи, как сделать правильно, как сегодня, Ваня. Чё ты оправдываешь? Ты на турник залез, да, всё. Ну, он первый сам залез. Бери меня. Ну, я залез-то вот сказать, какой тупой турник. Иди, делай. Никит, ты не понимаешь? Чё? Я сделал, я могу сделать. Мы сейчас заниматься будем. Никит, я сделал уже. Я так подряд прижал, я не делал. Ты без рук можешь, не можешь. Посмотри на стол. Посмотри на стол. Я не вижу. А, ну ладно. И потом вот так отнимается. Никит, сейчас справа катить начнется, что он хочет это... Только да. На колхойниках в носках таких по два раза попал. Он есть колхойник. Давай, Димон. Ну нет! Так я же прям вот так вот. А у меня близко. У тебя прям нормально. Нет, это не близко. Попробуй прям ногами просто так. Прям вот так вот. Чел. Вот, только у тебя вылета много, а почему ты не встаешь? У него такой грохот. Прям большой в пол, короче, лицо. Артём. Так легче. Артём. Ваня, ты себя убьёшь. Я так и не буду, что ты имеешь в виду. Я боюсь в коленку уголку. Ты вот, смотри, Димон. Вот ты прямыми ногами летишь, а вот под себя вот так вот выстреливаешь. Ты ноги сгибаешь под себя, вот ведёшь, а тебе нужно наоборот туда. Вот так вот? Да, только не прям так. Так, а ты можешь встать, потому что сильно ухо хватит. А вот, вот так вот, когда я смотрю, вот так или нет? На это слишком. Покажи мне, как он тяжело объяснять. Нифига ты делаешь. Не, если ты будешь на голову так накатываться, тебе будет тяжело. Нужно толкаться. Не хочу просто назад. Тебе тоже не хватает. Ты вот так вот, короче, берешь ноги за... Вот так. Тебе, конечно, так тяжело будет выпрыгнуть. Вот, вот так намного легче. Ты руками не толкаешься еще. А мне что не хватает? Мне что-то отжимается в мостике. Чтобы мог толкаться. А мне что не хватает? Тебе? Так ты делал. А ты просто... Это он будет выйти только в руках вот так. Да. Че, все? Да вот опять, ты прям ноги вот сгибаешь. Смотри, тебе нужно так. Тебе хотя бы вот так нужно, не знаю. Оп. Ты сгибаешь их вот... Никто не может. Ты сгибаешь их вот тут. А тебе можно сказать, ну тихо, только вот, когда ты будешь почти... Когда я полностью выпрямился, ну так вот сразу и сказал. Блин, я тебе показал. Молодец, типа это? Нет. Ну, я... Сейчас ты их вообще... Ну, короче, я знаю. Беру, ты руками не толкаешься. Ногами ты все вроде меня правильно сейчас сделал, а руками не толкнулся. Дерево. Ты их очень далеко поставил. Копчик болит. У меня пятки болят. О, не пятки, а там вот. Вот, и тебе нужно только корпусом вот так тянуться и руками сильнее толкаться. Че довольный такой? Сладка был уже устать, да? Ваня, вот так там. Вот, ты вообще руками не толкнулся. Потому что ты вот... Нет.
Ты вот в таком положении встал. Это за участие не то. Вот, так. Артём, вот, видишь, я за собой вот так тянусь. Артём, скажи, он не верит то, что у меня был занят в PUBG? Я тоже не верю. Я это уже. Я не боюсь, что у тебя одна. Так у меня не, у меня сейчас корона 2. Я даже скрин могу признать, что у меня корона 2. Корона 2 это такой ран. Ну по скрину, конечно, мы все поймем. Нет, это не такой же демонстр. Здесь немного осталось, я толкну столько надо. Чего взять? Что там нужно? Что у тебя руки не нагибаются? Нагибаются все. Ну типа, алмаз вот. Попробуй на гипо больше делать, это ногами сидящий. Не? Да. Сами сидите на асе. Нет. Сами сидите на асе, а я на короне 2. Руками сейчас осталось, тебе вообще в руки не хватает. Дай мне телефон. Я локтем ППС-ами, поддеваю. У меня 60. А у меня 30. А у меня 90. Молодец. Только я не играю в папку. А у меня 60, например. Мне 80-70 дает, я не знаю почему. А у меня 60 примерно. Мне только у меня 70-80. Мне бы как у Артема хотя бы. Так, кто есть телефон? Тебе не хотя бы, как у Артема. А вот так вот парни? У тебя какой телефон? Samsung. У меня Redmi. Ты уж так не сильный. Тебе вообще 120 должен выдавать. Паги нету 120. Паги нету 120. Ну, паги есть 120. Папки нет, тут 20. На iPad зайди, будет. Ну, все проставилось. Нет, сейчас едем. Локтями сел. Руками тут просто сильно толкнулся и все. Это чего? Тебе тоже рук не хватает. Почему статика? Миша его хорошо бы делал, если бы у него руки чуть посильнее были, чтобы толкнуться. Потому что у него прогиб хороший. Один, да. Нет. Да, тебе руку точно не хватает. Ой, блин. Толкайся. Мне тоже рук не хватает. Сильный толкай. Максимально сильно. У Димона тоже свои. Давай. Нет, а я сейчас именно руками. Да. Давай. Я опять за свое. Ну так бы сразу сказали. Наклонился так, чтобы понюхать. Как Миша. Точно, ты же. Выпрыгнула. Какой же ты крутой, такой умный. Я тебе объяснил хотя бы, что твоя ошибка вот в чем. Нет, да я понял. Вот. Я пытаюсь руками взять. Ты просто вот так вот сидишь и все, у тебя ноги вот так могут это. Больно, короче, быть. А что? Сейчас улетит в космос. Стратосфера. О! А сам потом будет. Ты мой бить. Потому что я вот так вот взял. А ты мой бить. Мне нужны ноги. Ой, руки стоит, не знаю. На этом тоже сейчас свет слышал. Дай и творить 540. Ступай на 540. После чего мне сразу цепляешься и 540. Это что, мне надо будет в эту сторону пить? О, знаешь, что можешь? Можешь вылить в такой хлад взять, короче. Серёху делать? Сразу, да. Ну как это пятерок, ты думал, вот к трёх. Я думал, да, но это какой-то. Это 360 в брат. Что такое вообще? Я смотрел в интернете. О, молодец. Супер. Я лучше, но хотя бы честно на 180 сделать. Я могу говорить то, что сделал супер на 180. Чего? Если сделаю чешский, можно же сказать то, что супер на 180? Наверное, да. Ну чешский на 180, это и есть супер. Ну, я говорю. А я супер вот сделал. А, это чел, который приходил, который супер на 540 умеет, это чел? Кто? Так он не умеет, он ее не смог сделать, он просто не делал. А кто делал супер? Который с вот этим. Который еще Артурис Альтуху делал. А, этот. А, это тип. Так он который еще. Он перевод Ткачева делал. Да. Нет, я не видел. Он пока. А, нет, я в ТикТоке видел. Могу ТикТок свой создавать. Зачем? Чтобы показать один X-вылет и все, да. Это у меня.
И 360 тоже такое, и все из дископов тоже такое. Ну мы забились, ты... Какой забились? Я сказал, да, ты гейнер. Сказал, мы икс вылечили. Ты гейнер, а я на икс вылечу руками в данный тренировочный гейнер. Тут матов нет. Как будут мазать, тут ему только нужен мат. Я их привезу. А, они уже привезли? Нету. Блин, они уже сошли. Правда, те синие вот там и находятся. Синие не брали. Много матов. Нет. Будет много матов, еще три синие. Я передумал. Нет, Никит, так нельзя уже. Надо гейнер делать. Да, ты умеешь пятерку, свой 30, а не умеешь гейнер. Синий есть. Этот гейнер того... Обещание дороже денег. Я не обещал, я сказал может. Ты не говорил может. Гейнер, я не говорю то, что обещаю. Ну все, значит, ты пообещал. Нет. Кодец, Никит, и... Я не говорю то, что обещаю. Значит, гейнер, он не трудный. С тобой договариваться больше. Я не договаривался. Да, он больше страшный. А Ростик приходил, пока меня не было? А? Кто? Ростислав. А. Нет? Че, у них интерес за колонку, у них прям она громко орёт. Вот это же дверь какая-то. Это с ручкой такая сверху? Я не знаю, я не видел колонку. Я сейчас как ты сделал, но, ну, в смысле, по твоему совету, но вот так такой стиль. У них прямо она нормально такая. А вам так в школу? Да. Да. Устал а есть? А за предыдущие? Устал. Да. А, ну да. Музыкальную установку принесли. Вечный дискус противостояния добра и зла. Мишаня, что ты парням расскажешь, как ты съездил? Давай, научись поведывать и так настолько, чтобы все... Я... Вот так тебя слушали. Ну-ка я давай, я тоже послушаю. Короче, Михмаил с Марушкой у Трица. Встретился со мной в 9 утра, во сколько мы выезжаем? В 10? В 10, да? И мы стартанули в Марсовский район, в Буровестник. Ну что, рассказывай, Мишань, как ты побывал на 4000-м человеческом моторок-байк-фестивале? Конкурсы голых майк, грязных мотоциклов. Там вообще дичь. Мишаня там с девчатами познакомился. Ну, наша же тоже покровчанка. Самые парни, вот сейчас скажу штуку. Было очень много разных людей, но если мы туда приехали, все собрались, это было бы очень и очень круто. То есть намеревайтесь по лету. Ровесник сам по себе лагерь обустроен нормально. То есть если мы при условии, если мы грамотно подготовим в составе СКК вместе, либо сами вы придумаете что-нибудь, но было бы логично присоединиться, да, к какому-нибудь такому движухе. А если мы подготовим какие-нибудь интересные выступления, мы можем ездить на праздники. Ну и во всяком случае на какие-то мелкие расходы личные вы сможете себе денег получать, просто отдыхая. Че, Мишань, давай, начинай. А есть ближайшие соревнования? Да, в Самаре, в Самаре. Вот вас не было, Артем Киселев приходил, Денис Владимирович ему сказал, вот он сегодня привез меня, надо было ему зайти и рассказать. Сейчас готовьтесь, в Самаре начало и марта, май, нет, июнь. Нет, да, типа неподалеку где-нибудь, в Ангельсе, в Саратове. Будут, да, отборочные и разные прочие, но я хочу, чтобы вы в Самару поехали. Конец мая, начало лета. У нас все, смотрите, какая штука. Мне по факту говорят за день, за два, что там происходит. Троеборье будет. И троеборье, и фристайл, и я хочу, чтобы мы показали творческий подход. Даже можно вытянуть фристайл командный, творческий подход. Даже это у можно... У вас фристайл подрос. У вас подрос, я имею в виду командный выступление. Подрос. Подрос? А, ну тем более тогда. В плане элементов. Тем более, тем более. Меня не подрос. Спокойно, парни, сейчас смотрите, хорошо, подразмялись, как Дим, ну ты что грустный, братан? Статика нет. Дим, не понимает, Дим, тихо. Либо статика, либо я, либо Артем. А динамика у всех у Никиты. Надо команд, надо, чтобы был равный среди равных, что парни. Равный среди равных, чтобы было. Всех. Я не хочу, чтобы кто-то из вас был лучше или хуже, я хочу, чтобы были все одинаково. Все одинаково хорошо, Дима. Смотри, общим состоянием воодушевления мы тебя вытянем, вот все, я тебе отвечаю. Надо просто, чтобы ты немного ум отключил. Смотри, первый, сейчас, пожалуйста, ребят, сделайте все полумостик. Вот сейчас, Вань, погоди, стоечка только в сторону. Полумостик. Да, прогиб выше. Вот смотрите, встаньте полностью на ступню. Руки под таз засуньте. Кулаки даже запихайте под таз. Кулаки, локти старайтесь ближе друг к другу сводить, ближе подводить. Сейчас я вас... Да-да-да, молодцы, тяните, погодите.
Тяните, молодцы. Все, нет, сейчас, Дима, я тебе подаю. Парни, теперь... Так. Все, держи. Еще локти своди. Вот, прогиб, держи. Держи. Мишаня, надо кулачки вот так выпрямить. Вот так. Все, смотрите, вот так кулаки выпрямите. Вот так. Никит, вот так. Кулаки, кулаки, кулаки засовывай, кулаки, чтобы выше прогиб был. И локти своди. Да, тихо. Выше, выше. Сантей, молодец. Локотки. Держим, парни, держим, держим, прогиб. Держим, держим. На шее, Сантей, не поднимайся пока. На шее не поднимайтесь на голове. Вам надо на плечах лежать. Миша, кулаки, прямо кулаки. О, тихо, 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 тихо. Вот так кулачки. Вот так ровненько. Не вот так ровно, чтобы было. Сейчас, Димарик, держим. Терпишь, терпим. Смотри, насколько выше можешь подняться. Давай. Терпим. Терпим, 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 терпим. А теперь смотрите. Вытяните одну ногу вперед. Раскройте. О! К голове и к земле подвигайте ее прямой ногой. Вот это маховые движения, да? Будет маховые движения. Допустим, условно, мы от головы, когда зарядили ее, выстрелили. Дима, ножку вытяни вперед. Прямая коленка. Прямая. Ступню полностью поставь. Да, тяни. Вниз ее опускай к земле в прямой ногой. Вниз-вниз прям к земле опускай. И поднимай опять вверх. Так, другую ногу поделай. Да, надо терпеть. Так, а что ты ногу бросаешь? Вот это маховые движения, которым ты делаешь взрыв. Это все будет делать. Маховые движения. Второй момент. Вытяни сейчас обе ноги. Вот сейчас все вытяните обе ноги вперед. Прямые. Уравновесьте себя, побалансируйте. Вот некая такая качелька будет. Сейчас ножки две вниз к земле тяните. Также прогиб в спине сохранять надо. Также прогиб в спине надо сохранять. Ноги не бросать. Прямыми ногами прям до пола надо коснуться. Покачаться. Сантей, на кулаках лучше. Ну да, молодец, но лучше на кулаках сделай. Сейчас, Артем, попробуй прямые ноги поднять с пола. Вот, как они есть. И поднимай их. Во-во-во-во-во, живот, спина, да? Представляете, какая нагрузка? Всего лишь. И третий момент, очень важный. Когда вы просто убираете опору, сохраняете прогиб на плечах и ступнях, поднимаете, заряжаете себя, округляя спину. А потом, смотри, Диман, а потом, когда ты выстреливаешь ногами, тебе надо в воздухе сделать прогиб. Если ты руками отталкиваешься, в воздухе прогиб силы, ни на что не упирайся, в воздухе. И поднять сразу голову и плечи. Вот ты сейчас уже сделал, но ты как бы сделал сейчас с помощью, и каждый с помощью, надо сделать без помощи. Артем, вот если бы сейчас вы, ну мы по кадрам бы его прыжок бы сняли, так бы и получилось. Пририсовать руки, как будто бы у него руки его поддержат, ну просто он взлетает разгибом. Артем, сделай, пожалуйста, еще раз, парни, посмотрите, пожалуйста. Сейчас, ну по чесноку, да, это одна из самых лучших среди нас техник исполнения. Одна из самых лучших. Это я всегда хвалю, и вы всегда молодцы. Но это нам всем показатель. Я вас прошу, пожалуйста, сделайте ну еще хотя бы несколько раз так. Диман, технически. Вот ты смотри, ты прогиб руками делал, когда подпирал руки себе? Делал же прогиб в спине? Чувствовал? Ну руками ты себя упираешь, и прогиб ты делаешь. Чувствовал? Да, немножко. Хорошо, надо почувствовать немножко, это раз. И второе, надо выпрыгнуть с таким же прогибом. А ты его теряешь. Ну-ка сделай, пожалуйста. Сантей, давай. Ну я знаю, что тяжело. Потерял ты его, сейчас нет у тебя его. А просто, потому что руками толкается. Просто плоско. Просто ты вот как бы просто падаешь. Прогиб, хорошо. Сделай сейчас без подскока просто прогиб, вытолкнись и встань на ступни. Вот сохрани этот мостик. Вот так, смотри. Просто сохрани мостик. Вот так. Да, просто мостик сохрани. Еще раз. Давай еще раз. Да, молодец, Иван. Еще раз. Прогиб больше. Во, вот этот прогиб. Еще выше подними. Ну, зачем ты на носочке? Прогиб в спине. Помоги, Артем, рукой его подтолкни. С другой стороны, пожалуйста. Вот так. Прогиб выше. И потом ты поднимаешься, просто корпус свой тянешь. Давай, Димарик. Я знаю, что тяжело, братан, но так куда деваться? У меня попытки были, стали на все пятки отбил. Здесь, смотрите, какая штука. Вот просто плюхаться, если, допустим, Артем выходит на носочки, обратили внимание, да? Но здесь интересная такая физиологическая у него ход.
Ему тяжело на полной ступне сидеть на корочках, вот у него перекат идет. Это вот у меня просто... Это чисто физиологически. У каждого своеобразное телесное состояние. Надо изыскивать там. Ну так получилось. Либо вы будете с помощью гимнастики оттачивать, шлифовать свое тело, свои способности. Либо вам придется сдаться.